Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, сколько дворов благоустроит в Красноглинском районе в следующем году. Там продолжится обновление дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2023 году в областном центре только по нацпроекту был обновлен 51 двор. В Красноглинском районе подводят итоги аукциона по выбору подрядной организации, которая займется благоустройством. Планируется, что уже в январе будет заключен муниципальный контракт. Новый сезон благоустройства стартует с наступлением благоприятных погодных условий. В Красноглинском районе будут обновлены 5 дворов по следующим адресам. Поселок Управленческий, улица Коптевская, дом 5, улица Сергея Лазо, дом 17, улица Сергея Лазо, дом 29, улица Зеленые дома 10, 7 и 9, улица Симферопольская, дом 2. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает о проблеме, с которой сталкиваются многие законные представители несовершеннолетних. Это отказ банков в выдаче денежных средств со счетов, открытых на имя детей, подопечных. В обязательном порядке банк требует разрешения органа опеки. Существует простой выход из ситуации – открытие номинального счета в банке на родителей законных представителей детей для снятия денежных средств без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии, по инвалидности либо потери кормильца, пособия, другие средства, выплачиваемые на содержание подопечных. Средства, зачисленные на номинальный счет, расходуются родителями, законными представителями без разрешения органов опеки и попечительства. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в Самаре открылись муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые точки оформлены в одном стиле. Над входом можно увидеть яркую вывеску, а у продавца имеется пушка для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки – признак того, что это официальная елочная ярмарка. В этом году работает 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца должен быть весь пакет документов. Договор на осуществление торговли, свидетельство о регистрации ИП или юридического лица, копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе. Режим работы елочных базаров с 15 по 30 декабря с 8 утра до 10 вечера, а 31 декабря с 8 утра до 12 дня. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывести остатки нераспроданных деревьев.